Полторы недели участники смены «Город мастеров будущего» учились создавать и продвигать свои стартапы. Настал тот день, когда они должны доказать, что именно их проект заслуживает внимания и одобрения со стороны жюри. 11 проектов представлено судейской коллегией. Каждый участник всего за несколько минут должен рассказать о своем проекте, проанализировать рынок сбыта и найти свои преимущества перед конкурентами. Мой проект – это программа, позволяющая сэкономить на транспортных операциях и строительных операциях. Является на данный момент достаточно востребованной на рынке. По моим подсчетам, она может снизить расходы на перечисленные мною ранее операции от 19%. 3 призовых места по решению жюри победила в конкурсе команда «Балтус». Всем спасибо, ребята, это было круто! Продавцов барахолку, где мы будем лично, штрудируя множество источников, подбирать выгодного продавца для покупателя. Участники смены смогли сами определить, кто, кроме призеров, заслуживает внимания. Приз зрительских симпатий забрала команда Security. Победителя увезут домой приз – настольную игру.